Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Роман Раменский, компания «Столото», наш стратегический партнер нашей прекрасной выставки. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про нашу выставку. Она так долго откладывалась, и вот наконец-то она стала. Мы офлайн все дружно. Ваши впечатления? Ну, мое самое главное впечатление. День начался безумно феерично. Я еще не приехал на выставку. Мне коллеги пишут, у нас купили на стенде первые билеты, выиграли 25 тысяч, везде деньги выплачивать выигрыш. Вот, поэтому «Столото» действительно выигрывает. Если про выставку, то совершенно безумный, вкуснейший сироп, сосредоточение людей. Я не видел более года очень многих. Все издали даже не жмут руку, а обнимаются. И настолько стенд наш популярным оказался, что буквально спустя несколько часов у нас закончилась чековая лента даже. Хотя, в принципе, мы для себя цель продажи не ставим, это просто познакомиться. Поэтому мы в огромном восторге от того, что есть возможность наконец-таки в привычном человеческом режиме пообщаться друг с другом, с нашими партнерами, обсудить проект и порадоваться от того, что все оживает, можно двигаться дальше. Замечательно. И как редко бывает, что на тех выставке представлены профильные продукты, но при этом изюминкой является компания «Столото» и их великолепный, потрясающий робот. Расскажите, получается, вы знали, куда идете, и при этом сразу понимали, что захватит внимание всех наших посетителей? Мне кажется, из названия выставки «Retail Tech» сразу понятно, что должно быть что-то технологичное. Для многих не очевидно, но «Столото» — это бренд, и название компании на самом деле технологическая компания «Центр». Наша юридическая. Поэтому присутствие робота, оно родилось в моей голове пару лет назад, и с тех пор это такой вау, стоп-фактор. Как только он появляется, я сам каждый раз, хотя это уже не впервые, испытываю такой мандраж от его поступи. И совершенно здорово он у нас и шутит, и в принципе как бы хорошее впечатление на самом входе. Есть что запостить в социальные сети, как минимум. Это да. Подскажите, что вы, может быть, ждете еще от выставки, как она может помочь и вашему рынку, и рынку ритейла в принципе? Чем помогает объединять профессионалов наша выставка? Вот хотелось бы ваше мнение. Ну, мое мнение совершенно не меняется. Это возможность все-таки снять какие-то скрепы, которые люди себе внесут про лотереи. Они, к сожалению, еще преследуют из нулевых. И человек свое личное участие переносит на компанию, которая уже сейчас прошла огромный путь. Даже за 3 года буквально мы совершили прыжок. Мы стали намного более технологичными. И сетей, в которых сейчас не представлена лотерейная категория, практически не осталось. И последние факторы, которые, может быть, не позволяют проектам запуститься, мы готовы на этой площадке снять в качестве эксперта, предложить мнение другого ритейлера, потому что мы и есть категория на сегодня, это не секрет никакой, и до конца, в общем-то, все точки над «и» поставить. Поэтому для нас это площадка для правильной прямой коммуникации от руководителя, от топ-менеджера к топ-менеджеру, без каких-то посредников с искажениями. Спасибо большое. Мы желаем каждому спикеру удачи в поиске партнеров, в поиске каких-то новых интересных IT-решений в своем бизнесе. А в вашем лице, наверное, пожелаем всем участникам выставки удачи и выиграть прекрасные денежные призы. Конечно. Выигрывать удачи и простого человеческого счастья. Спасибо вам огромное.